Итак, дорогие друзья, мы переходим к виновникам сегодняшнего нашего 11-го эфира 6-го сезона конкурса и проекта «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Как я уже сказал, их сегодня у нас двое. Ну и, конечно же, первая на нашу виртуальную сцену выходит дама. Она же Татьяна Алексеевна Захарова, дорогие друзья. И это как раз еще один тот случай, когда я хочу сказать, что конкурс «Таланта и красоты» на радио «Шансон Плюс» продолжается. Потому что Татьяна Захарова не только талантлива, судя по всему, но еще и красивая девушка. Итак, 25.01.1993 года рождения, 29 лет Татьяны. Татьяне, город Одинцово, образование — Институт современного искусства, специальность — эстрадно-джазовое пение, опыт работы — солистка академического ансамбля «Песни и пляски» русской армии имени Александрова, эстрадное подразделение, бэк-вокалистка оркестра «Фонограф» на проектах «Голос 60+», «Голос 10», «Две звезды», «Отцы и дети», бэк-вокалистка Е.А. Соломина, финалист «Голоса 60+» в «Латино-проекте», бэк-вокалистка и солистка эстрадного оркестра А. Балина, город Одинцово. О себе: танцую, читаю с листа, пою на нескольких языках, есть опыт работы в мюзикле «Свадьба в Малиновке», пунктуально и коммуникабельно. Ну что ж, поете на разных языках, Татьяна. Надеемся, что сегодня мы услышим вашу первую песню, но надеемся, что услышим еще не одну. И, может быть, на других языках в том числе. Напомню, что в рамках конкурса вы можете предоставить от себя до 5 песен, а в рамках проекта «Твой шанс» этих ограничений по песням нет. Итак, Татьяна Захарова, дорогие друзья, со своей песней под названием «Обожженные» на радио «Шансон Плюс» в конкурсе «Твой шанс». Ну и несколько слов приветствия от самой Татьяны Захаровой. Всем привет, меня зовут Татьяна Захарова, мне 29 лет. На конкурсе «Твой шанс» радио «Шансон Плюс» я представляю свою авторскую песню «Обожженные». Эта песня была написана много лет назад, но она до сих пор до дрожи трогает каждую частичку моего тела. Поэтому я очень надеюсь, что она сможет хотя бы краешком своей музыки коснуться вашей души. Песня «Обожженные» — это история. История любви, которая была. Но она закончилась. И закончилась она так же красиво, как и начиналась. Эта песня показывает разные грани любви, разные грани отношений. Но самое важное, что она показывает тот факт, что нужно жить дальше, нужно двигаться дальше. И даже если твои крылья опалены огнем, это не мешает тебе, как птица Феникс, возродиться и быть счастливым. Мне кажется, что, слушая эту песню, каждый в каком-то смысле будет узнавать себя, свою историю любви юношеской, зрелой, и с трепетом будет вспоминать все самое прекрасное, что ему удостоилось пережить.
Татьяна Захарова, дорогие друзья, с песней «Обожженные». Еще одна история любви в рамках конкурса «Твой шанс на радио Шансон Плюс». Ну что, Татьяна, песня у вас замечательная, тема вечная. Надеемся, что услышим еще вас неоднократно, то ли в рамках конкурса, то ли в рамках проекта «Твой шанс на радио Шансон Плюс». И напомню, что конкурсы и проект идут у нас параллельно, и итоги будем подводить 31 июля. Так что у всех есть еще много времени для того, чтобы написать новую песню, записать ее и прислать нам, то ли на конкурс, то ли на проект. Татьяна Захарова, дорогие друзья, спасибо, Татьяна.